предотвращая многие болезни, которые когда-то вызывали широкие распространенные заболевания, приводили к инвалидности и смерти. Вакцинация ежегодно спасает миллионы жизней. Тем не менее, пока еще не раскрыт весь потенциал вакцинации, который позволил бы создать будущее свободно от болезней, предотвращаемых с помощью вакцин. Все люди везде имеют право доступа к вакцинам. Обеспечение равенства в иммунизации имеет ключевое значение для устранения остающихся пробелов в иммунизации и предоставления всем более широких возможностей для достижения хорошего здоровья и благополучия, как это предусмотрено в новой европейской программе работы. В Кыргызстане Министерство здравоохранения и Республиканский центр именно профилактики тесно сотрудничают с ВОЗ в процессе решения проблем, существующих на местах. Для реализации адаптированных мероприятий, направленных на повышение охвата иммунизации среди населения, были привлечены мобильные бригады, задачей которых было обеспечение охвата недостаточно обслуживаемых групп населения в сельской местности. В городских районах для устранения барьеров, препятствующих получению доступа к медицинским услугам и иммунизации в том числе, необходимо использовать другие решения. В целях достижения национальных, региональных и глобальных целей в отношении болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, Кыргызстан стремится обеспечить равный доступ к службам иммунизации для всех групп населения, независимо от их социального положения, гендерных различий и географического расположения. Одним из ключевых приоритетов национальной программы иммунизации Кыргызстана является выявление и обеспечение доступа к непривитым и частично непривитым детям. Особенно это касается городских мигрантов, проживающих на территории новостроек города Бишкек. Обзор законодательных актов, касающихся регистрации внутренних мигрантов, проведенных в рамках пилотного проекта адаптации программы иммунизации при технической поддержке ВОЗ, показал механизм доступа к данной категории населения. Это вмешательство привело к изменению национального законодательства, которое теперь позволяет детям внутренних мигрантов получить доступ к услугам иммунизации по месту проживания. Это означает, что теперь они могут всегда вакцинироваться вовремя, в соответствии с национальным календарем плановой иммунизации. Иммунизация является одним из флагманских направлений Европейской программы работы. Европейское региональное бюро ВОЗ возобновляет усилия для обеспечения доступа к вакцинам для всех людей в любом возрасте, чтобы помочь им и вакцинам полностью реализовать свой потенциал.